Есть сегодня у нас такое управление. Это управление собственной безопасности и борьбой с коррупцией в МВД Республики Молдова. Петру Чекари Эльниба Дистат, Мирджи Ворба Диспия, Сервичу протекции интерны шанти коррупции моей Республики Молдова. Дичате сервичу протекции интерны шанти коррупции требуется еще копии, где депистаря политиштилор коррупц или галитецелор унор политишт. Dar sigur, această direcție nu are treabă să o copie cu Renato Usate, că astăzi eu nu sunt colaborator mai, nu am propus, nu propun și nu voi propune mită cuiva din polițiști ca această direcție să se ocupe de mine. Șeful acestei direcții, un mamăligă, care всю жизнь был чекистом, работал в службе информации и безопасности, который был делегирован чуть-чуть на таможню от Служба информации и безопасности делает СИСа Фостен Депласаре, Оляк Вамиш, Пеленголяк, доктор Дудон. Каре Антробона Дзе, согласно молдавскому главному закону выживания в любых условиях, под названием куматризм, фин куметру ку товарищ Лебединский, дин партия социалистов, этот Ион Мамалига стал начальником управления собственной безопасности МВД Республики Молдова. У него появился заместитель, но он безобидный. Дону Мамалига, да, я нос де аккорд, я кредко, я рау дистуй политишт, специалист, кар требовал с кондука спия, ген кадру мои. Ну, синтез до меня вас тридивина, кацазюн с куметру, ку Лебединский, ор Лебединский. Это просто, штискум, когда у нас юристы становятся врачами, я вам скажу в Бельцах про одну ситуацию. Отвлекусь на секундочку, просто такая прикольная тема. Значит, жил-был человек в Олежском районе. Это я сейчас кроме шуток говорю, это вот недавно произошло. Всю жизнь выращивал овец. Делал брынзу, хорошую брынзу. Не баранью, которую ест Дадон по ночам, а как бы нормальную овечью брынзу. Значит, делал он эту брынзу всю жизнь. И как бы, он господарь, респектат дитуас вамени. Реально как бы человек хозяин. И вот человек, который всю жизнь выращивал овец, значит, вступил в партию социалистов. Ну, как бы тоже ничего такого. И чабаны, и безработные, и люди разные вступают в разные партии. Но став членом партии социалистов, значит, наш овцевод, еще раз подчеркиваю, ом господарь дис прикари луме ворбешти дар дебени. Недавно стал замначальником РЭУ в Бельцах. Продвижение по партийной линии. Уэнни Бунилар, Хайот Этенс Олег, Цара Дикуметри, Дар доктор Истрига, ей ну вор министру санатеции, он журист, он экономист, и вор он доктор. Политист, ин спи, а врут он политист. Вы дали Оляка чекиста, который как бы... Просто куметру Лебединского. Но у этого Лебединского, у этого Мамалига Иона есть заместитель в СПИ. Главный негодяйчик, один из главных негодяйчиков, который занимался всей чернухой во время Плохотнюка, это один из ближайших людей Ковкалюка, он занимал должность всем известном пятом управлении, где вчера аджункт, шеф-аджункт Ладос. Дирекция оперативной печали. Сукпадитетику Мензели Мурдари Алу Георгий Ковкалюк. Когда Паша Войко стал министром обороны, этот Вадим Мазарарь стал руководителем, вернее, заместителем руководителя одного секретного управления Министерства обороны. Это когда вся пресса в стране писала про то, что люди Ковкалюка по секрету трудоустраиваются к Паше Войко в Министерство обороны. Когда Домну Павел Войко из министра обороны стал министром внутренних дел, получил генерала. Гайчук стал дивизионным генералом. Дивизионные генералы, на секундочку, чтобы вы для себя понимали, вот, например, командующий войсками России РФ в Сирии, это дивизионный генерал. И у нас есть дивизионный генерал Гайчук. Значит, Паша Войко берет этого Мазараря,
и назначает его замом в СПИ. Значит, сегодня и он Мамалига, руководитель, создал секретную группу, в которую входит Мамалига, вот этот Манзарарь. Хочу вам сказать тебе, товарищ Манзарарь, великому полицейскому, в кавычках, который умеет только фабриковать уголовные дела, значит, что я знаю даже про вашего паренька по имени Дан, который сейчас занимается фотошопами и пытается как-то нарисовать участие Рената Усатого в Ландромате. И то, что вы его возите вечером домой и утром возите его обратно на работу, чтобы он не вступал в контакты и чтобы не было утечки информации, хочу вам сказать, что из-за того, что есть такие негодяи, как вы, которые продолжаете уже без режима Плохотнюка фабриковать уголовные дела, что сегодня информация распространяется быстрее коронавируса, потому что есть настоящие патриоты, которые не согласны с той мерзостью, которую вы занимаетесь. И хочу вам сказать, что вы за это ответите по закону. Ну, конечно, вы сейчас можете сказать, что это как бы команда была, руководство и так далее. Ребят, больше такие отмазки не пройдут. И ты, товарищ Вадим Манзарарь, особо молодой, особо творческий, ты еще слишком зеленый в твоем юном возрасте для того, чтобы строить из себя, значит, строить из себя великого схемщика и стать в стране вторым Ковкалюком. Потому что чем закончится история первого Ковкалюка, тем же закончится и твоя, и всех остальных. И то, что сегодня по договоренности вас не трогает Дадон и просит делать какие-то мерзости, вам это не поможет. Значит, эти негодяи, оборотни в погонах с молдавской стороны, значит, ждут на сегодняшний день объявления меня в розыск СНГ, в межгосрозыск, со стороны России, со Следственного департамента МВД России.